В областном парламенте тем временем обсудили будущее именного капитала «Семья». Сертификаты вручают многодетным и молодым семьям уже дюжину лет с 2008 года. Тогда срок действия закона был определен до 31 декабря 2020 года. Продлять или не продлять далее именно этот вопрос и обсуждали на заседании Комитета по социальной политике. С началом самоизоляции мама двух детей практически лишилась заработка. Собственное дело встало. О единовременной региональной материальной помощи с именного капитала «Семья» Ирина узнала в школьной группе старшей дочери. Получить дополнительную поддержку могут те семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Было очень мало справок, свидетельства о рождении детей, счет для перечисления выплат и, в принципе, все. Ну и, естественно, семейный капитал. Капитал семья. Несмотря на дополнительную федеральную поддержку российским семьям, ульяновские парламентарии решили на детях не экономить и продлить действие регионального именного капитала «Семья» до конца 2026 года. Срок действия прежней редакции заканчивался 31 декабря 2020. Порядка 40 тысяч семей за данный период с 2020 по 2026 год воспользуются данным капиталом, льготой. Но нельзя это назвать выплатой. Это в первую очередь на рождение второго ребенка 50 тысяч рублей и на рождение третьего и последующего 100 тысяч рублей. Я думаю, что поддержка такая для молодых семей, многодетных семей, она будет полезна. За прошедшие 12 лет региональным капиталом воспользовались более 11 тысяч ульяновских семей. На реализацию закона в год уходит около 350 миллионов бюджетных рублей. Как действует такой механизм поддержки, смогли оценить и родители, и разработчики закона. Наши семьи хотят, чтобы этот капитал был не узок, только вот на это, вот на это, на это, а более широко. Поэтому мы в июле месяце, в августе уже к содержанию закона вернемся, внимательно посоветовавшись со всеми, значит, соберем экспертные и семейные мнения и, скорее всего, примем изменения в этот закон уже в осеннюю сессию для того, чтобы он по содержанию стал более качественным, чтобы он был действительно был семейным законом, значит, материнским законом капитала «Семья» в Ульяновской области. Кристина Агафонова, Нина Гуркина, «Вести», Ульяновск.